мой муж – бухгалтер. Скромный, тихий, малый, заботлив, добр. И мне неплохо с ним. Но все-таки когда-то я мечтала, что мой избранник будет не таким. Он виделся мне рослым и плечистым, уверенно идущим по земле, поэтом, музыкантом или артистом с печатью вдохновения на челе. Нет, вы не улыбайтесь, я серьезно. Мне чудился громадный светлый зал и шум оваций, яростно и грозно, к его ногам катящийся, как вал. Или вот так, скворцы, веранда, лето, я поливаю клумбы с резедой, а он творит, и сквозь окно порой нет-нет, и спросит у меня совета. Вагон дремал под ровный стук колес. Соседка, чиркнув спичкой, закурила, но пламени почти не видно было при пламенной косметике волос. Одета ярко и не слишком скромно, хорошенькое круглое лицо, в ушах подвески, на руке кольцо, вишневый рот и взгляд капризно томный. Плывет закат вдоль скошенного луга, чай-проводник разносит не спеша, а дама все описывает друга, которого ждала ее душа. Чего здесь только нет: талант и верность, и гордый профиль, и пушистый ус, и мужество, и преданность, и нежность, и тонкий ум, и благородный вкус. Я промолчал. Слова нужны едва ли, и все ж хотелось молвить ей сейчас. Имей он все, о чем вы тут сказали, он, может быть, и выбрал бы не вас.